Роберт Гарсия поделился мнением о потенциальном поединке Геннадия Головкина против Сауля Альвареса. Если же Джейкобс будет выигрывать раунды в бою с Головкиным, отгружать много панчей, тогда, возможно, Канело подумает: «Я могу делать то же самое, и к тому же я сильнее». Но если Головкин уничтожит Джейкобса, Канело не захочет с ним драться. Если Канело побьет Чавеса, то ему просто будет не нужно драться с Трипл G. Скорее всего, он проведет бой с ним в следующем году. Канело может заработать много денег, выходя на ринг с другими бойцами. Конечно, бой с Головкиным удвоил бы или утроил его стандартный гонорар, но это непростой поединок, сказал Гарсия. Напомним, Головкин проведет свой следующий бой с Дэниелом Джейкобсом 18 марта в Нью-Йорке, а потенциальный бой казахстанца с Канело запланирован на сентябрь. Флойд Мейвезер в очередной раз прокомментировал слухи относительно возможного боя против чемпиона UFC Конора Макгрегора. «Это единственный бой, который я хочу, и единственный бой, ради которого я готов выйти вновь на ринг. Никто не знает, что произойдет, мы не можем предсказать будущее. Единственное, что мы можем сделать – держать пальцы скрещенными», – заявил Мейвезер. Крис Юбинг-старший прокомментировал предстоящий бой своего сына. Осталось 7 дней до того, как величайший боксер на земле возьмет свой первый титул чемпиона мира. После этого все чемпионы Билли Джо Сондерс, Джеймс Дегейл, Джордж Грувс, Геннадий Головкин могут бежать, но им не удастся спрятаться, написал Юбинг-старший в Твиттере. Напомним, 4 февраля Юбинг-младший проведет бой за титул чемпиона мира по версии WBO с австралийцем Ренолдом Куилланом. Джордж Гроус на данный момент сосредоточен на сделке по бою с Федором Чудиновым за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA. Гроус может сразиться с чемпионом мира Джеймсом Дегейлом, но решил перенести этот бой на более поздний срок. «Хочу сразиться с Чудиновым за титул WBA. Мы уверены, что можем организовать этот бой в Великобритании. Последние 2 недели мой промоутер постоянно находится со мной на связи. Надеемся, что вскоре сможем что-то объявить», — сказал Гроус. Вы смотрели очередной выпуск новостей бокса на канале Boxing News.